что там? И в яму, и в яму. В яму, ага. И в яму, да, сразу, да. Все. Так ходим. Жители поселка Борзовая Заимка, чтобы попасть к себе домой, вынуждены преодолевать такой вот путь из ямы Рытвин, который оставили после себя коммунальщики еще месяц назад. Выяснилось, что на нашем участке получился прорыв, и до меня отопления просто не хватало, по-видимому. Когда вот сделали, выяснилось, что там в одном месте струйка бежит, плохо сделано, в другом месте струйка бежит из трубы, которую новую смонтировали. Закапывать не стали, надо было переделать. Но бригаде, по-видимому, не до нас. Починить не починили, раскопали и оставили как есть, говорят люди. Кроме того, со слов местных, бригада работала только в ночное время, но это не самое странное. Жильцы боятся, что с наступлением мороза проблема не решится и разрытые трубы промерзнут. По словам людей, местные власти о проблеме все это время знали и заверяли, что все работы велись в плановом режиме. 30 октября администрации центрального района проведено обследование жилых домов. Во всех жилых помещениях температура соответствует санитарным нормам и правилам. В ходе осмотра жителям были даны рекомендации по промывке радиаторов, по утеплению жилых помещений и по регулировке внутри квартиры. Что касается протечки труб, глава заверил, дефект был допущен при монтаже и его обязательно устранят. Ямы закопают. Все работы обещают закончить до конца текущей недели, пока позволяют погодные условия. Мария Костолева, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.